8 апреля 1942 года коллектив Тульского оружейного завода с интересом читал газету «Правда». В ней была опубликована статья «Тульские оружейники на новом месте», посвященная оружейному заводу, отправленному на восток. Газета писала о том, как много сделали рабочие инженеры, чтобы в кратчайшие сроки наладить производство. Пальцы примерзали к металлу, когда в холодных помещениях приходилось монтировать оборудование, устанавливать станки. Слушали внимательно, с большим интересом. Выходит, что вместо одного завода стало два. И оба делают оружие. Значит, на фронте у наших солдат дела пойдут успешнее. До победы оставалось 1127 дней.